Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговых органов. Лучших специалистов службы чествовали на торжественной коллегии Управления Федеральной налоговой службы России в Карачаево-Черкесии. Альбина Ланкова продолжит тему. Для Османа Джашакуева очередной профессиональный праздник стал знаковым. Сегодня его наградили знаком «Отличник Федеральной налоговой службы России». Осман Джашакуев работает в налоговой с 1991 года. Он ветеран службы. За это время прошел большой путь по становлению и реализации государственной политики в сфере контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Налоговая система развивается. Внедряются современные цифровые продукты и сервисы, способствуя эффективному взаимодействию с гражданами и бизнесом, отметил Осман Умарович. Вообще цифровизация нашей службы, по общим оценкам, мы лидеры вообще в мире. Я несколько отделов менял, ну, как каждый отдел по-своему интересен. В принципе, и инновация получается вообще желательно, на мой взгляд, в процессе карьеры работнику менять отделы. Расширяется кругозор и больше понимания происходит очень многих процессов, которые в нашей службе имеются. Профессиональной дате Дню работника налоговых органов Российской Федерации подошли с хорошими цифрами. Тому подтверждение – положительная динамика результатов исполнения бюджета. С января по октябрь 2022 года в бюджетную систему Российской Федерации поступило 16 миллиардов 117,1 миллионов рублей. Что составляет 109,5% от уровня поступления прошлого года. Эти цифры свидетельствуют о том, что деловой и инвестиционный климат в республике налажен, и задача, поставленная перед управлением Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике главой на пополнение доходной части бюджета, исполняется в полной мере. Все это результат четкой повседневной работы налоговиков. Они делают все необходимое, чтобы обеспечить наполняемость бюджетов всех уровней. Именно поэтому в этот день за непростой труд и преданность своей работе отличившимся сотрудникам службы вручили ведомственные награды и почетные грамоты. Были присвоены и очередные звания. Виновников торжества от имени главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова поздравил председатель Народного собрания республики Александр Иванов. Он отметил, что налоговая служба исполняет важную миссию для государства, ставит непростые задачи по обеспечению финансово-экономической стабильности в нашей стране. Сегодня от вашего профессионализма и компетентности зависит не только пополнение бюджета всех уровней, но и поддержание комфортного экономического климата в Карачаево-Черкесии и в России в целом, отметил он. В этот день виновникам торжества цветы, награды, хорошее настроение и слова поздравления. Еще раз всего наилучшего в личной жизни, на работе. Вы один из самых известных в нашей республике коллективов. Как сказал Александр Игоревич, вы достигли высот в своем профессионализме. Совершенствуйтесь, радуйте нас своими успехами. Здесь сказано об инвестиционном климате. Не забывайте поддерживать это. Удачи вам во всем. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.